Подмосковье из-за лесных пожаров в Рязанской области ввели ограничения на пребывание людей в лесах и въезд в них на автомобилях. В связи с обострением пожароопасной обстановки на территории земель лесного фонда установлен 5-й класс пожарной опасности. Усиливается запрет на посещение лесов, зон отдыха в лесных массивах. Запрещается сжигание сухой растительности, мусора, разведение костров на своих дачных, садовых и жилых участках. Также сотрудниками МЧС на ближайшие дни увеличена группировка по патрулированию лесных массивов, зон отдыха и мест массового скопления людей. В помощь лесоохране подключат сотрудников МЧС, полиции и органов местного самоуправления. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, за сжигание и разведение костров на физических лиц до 20 тысяч рублей, на юридических до 800 тысяч рублей. Также хочу напомнить, то, что помимо административных штрафов, в случае возникновения ущерба, лица будут возмещать этот ущерб. А в случае причинения вреда жизни и здоровью людей, вплоть до уголовной ответственности. В лесах Сергиево-Посадского округа обстановка спокойнее. Ежедневно территорию лесного фонда мониторят. Правда, с установлением жаркой погоды участились случаи выезда пожарных на тушение сухой травы. За последние 10 дней произошло более 20 выездов. Жители просят не поджигать сухую траву. Такой пожар быстро распространяется, остановить его сложно. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».